с раном, похоже, уже заложено в цену. Увидим это в самое ближайшее время. Спроси Владимира Левченко, продолжение через час. Капитал с Владимиром Левченко. Нога, телефон, девушка. Американский обувной бренд Miss Moose представил туфли для селфи. Речь идет об обычных, на вид полузакрытых женских туфлях. В их носках сделаны широкие прорези, куда можно вставить мобильный телефон. А внутри специальное устройство позволяет нажать пальцем ноги на клавишу. Если поднять ногу под определенным углом, то есть шанс сделать селфи. В интернете можно найти ролик-презентацию новинки. Introducing the selfie shoes. Представляем туфли для селфи. Неважно, куда вы идете, вы всегда будете готовы снять себя на камеру. Просто вставьте телефон в порт правой или левой туфли. Поднимите ногу под подходящим для вас углом и нажмите пальцем ноги на кнопку, чтобы сделать фотографию. В этом ролике модель наглядно демонстрирует, каким образом можно сфотографировать самого себя с помощью туфель и телефона. При этом девушка поднимает ноги вверх примерно под углом 120 градусов. Для того, чтобы снимок получился четкий, вероятно, придется подержать ногу в таком положении в течение некоторого времени. Будет ли популярен у представительниц слабого пола такой товар? За консультацией мы обратились к известной российской балерине Анастасии Волочковой. Во-первых, без подготовки и без вот какого-то профессионализма любая девушка, конечно, может поднять ногу, но, думаю, там с трудом на 90 градусов. Но дело в том, что это будет, во-первых, неэстетично, некрасиво, и вряд ли в этом будет какой-то смысл. Но еще важен фактор тот, в чем она будет одета в этот момент, в брюках, там, или в коротком платье, как это будет выглядеть. Еще представьте, а какой будет вид, что будет сфотографировано ногой? Это будет лицо или какие-то части тела? Вообще в жизни, мне кажется, важна эстетика, важно не то, что мы делаем, а то, как мы это совершаем. Ну, а эта идея с телефоном в обуви. Знаете, ну, каждый сходит с ума по-своему, конечно. Анастасия Волочкова. Западные СМИ заподозрили, что новость о туфлях для селфи является первоапрельской шуткой. Журналисты, так же как и эксперты, объясняют свой скепсис тем, что для того, чтобы сделать качественный снимок, понадобится специальная спортивная подготовка. Однако, компания Miss Muse сообщает, что продажи селфи-шуз стартуют 2 апреля, то есть завтра. Стоить они будут от 199 долларов. У нас далее сумма технологий, а следом новости коротко. Реклама. Я Петр Морсин, вице-президент Бинбанка. Наши достижения признаны сообществом профессионалов. По версии портала Банки.ру, Бинбанк – лучший банк 2014 года, а наш вклад хит-сезона – лучший вклад. Приходите и убедитесь сами. ПАО «Бинбанк». Двигайся верным курсом. Точная информация о выгодном курсе обмена в Санкт-Петербурге на сайте lahtacenter.ru. Все валюты мира. Будь в курсе на lahtacenter.ru или по телефону 948-0090. 16+. Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Business FM. Контекст. 5 апреля на сцене Мариинского 2 выступит сводный детский хор под управлением Валерия Гергиева. Редко исполняемое сочинение Бетховена «Фантазия» для фортепиано, хора и оркестров, который звучит прообраз знаменитой «Оды к радости» из 9-й симфонии, завораживает грандиозностью замысла и масштабностью воплощения. Партию фортепиано исполнит один из самых ярких пианистов современности Алексей Володин. Здесь пиджак. Внутренние карманы пиджака. Обратите внимание на маленький кармашек, который иногда бывает внизу полы пиджака. Внешние карманы. Особое внимание уделите тому маленькому кармашку, который у вас на груди. Брюки, да. Особенно задний карман. Левый. Ну, а теперь вправо. Ты про что это? Что-то мне подсказывает, что вы сейчас нашли купюру, о которой забыли. Если это так, 5533...